Здравствуйте, дорогие друзья! Я приветствую вас на своем канале. В этом видеоролике мы с вами настроим удаленный доступ до наших серверов. Неважно, какой у вас сервер сейчас стоит, из говна и палок, либо мини-сервер. Это абсолютно не имеет значения. Сегодня мы получим удаленный доступ программными средствами к любому Linux серверу. Вы можете настроить такой же удаленный доступ, поэтому присоединяйтесь. В конце вы получите полноценный безопасный доступ к вашим ресурсам. Ну что, вот они, два моих сервера. Мой старенький, самый первый друг. Сейчас мы на него зайдем. В первом ролике я рассказывал о том, как поднять систему на основе TailScale. Но с TailScale у нас сейчас возникли определенные трудности. Не так просто его настроить, не у всех он работает, нельзя его скачать. В общем, санкции работают в обе стороны, поэтому мы сейчас будем делать немножечко другим путем пойдем. А вот мой сервер Casa OS, мой сервер CRV, который говно. Вот, но он уже, кстати, давно не говно, надо бы его переименовать. В этом видеоролике мы будем использовать очень похожую систему, которая работает на основе протокола WireGuard, NetBird. Что нам в первую очередь надо сделать? Это зайти на этот сайт, попробовать вот try it for free, залогиниться. У меня уже тут есть специальная учетка, я сделал. У меня уже здесь есть тестовые мои штучки. Это мой телефон, это мой вот рабочий компьютер. Что нам нужно для установки непосредственно на сервер? Нам, как всегда, понадобится терминальный доступ. Мы подключаемся по протоколу SSH до наших серверов. Сначала мы подключимся, наверное, к мини-серверу, к нашему. Поэтому я не настраивал там еще удаленный доступ, и он там нужен. Подключаемся мы с помощью команды SSH. Все отлично. Вот, мы зашли на наш сервер. Перейдем обратно сюда, и здесь прямо непосредственно в нашей штучке NetBird на официальном сайте есть коротенькие мануальчики для установки. Вот можно в докере развернуть, но сегодня мы не будем использовать для этого докер. Мы будем использовать вот эту вот команду, которая просто сразу поднимет нам удаленный доступ. Включаем root доступ командой, помним команду от нашего рута, запускаем скрипт. У нас пошла установка. Мы видим, что NetBird Service has been installed и стартанул, has been started. Это очень прикольно, и он нам даже помогает, сам сервис NetBird App. Мы можем прям вбить это в нашем терминале, поднимаем сервис. И для того, чтобы залогинить наш сервер в панели управления в админской NetBird, мы зажимаем Ctrl и нажимаем левую кнопку мыши. Нас перебрасывает на сайт, вот он, device, confirmation, confirm, и все. Мы подключили удаленный доступ. Мы можем зайти вот сюда, сделать обновление. Видим наш свеженький сервер. Вот он в доступе. У нас уже в целом удаленный доступ настроен. Для проверки, что я рекомендую, да, перейти. Отсюда можно просто скопировать IP-адрес и вставить его в адресную строку. При этом ваш NetBird должен работать в системе. Мы логинимся в наш сервер и проверяем, что у нас все работает. Да, отлично. Вот, сохранять нам не надо. Мы получили доступ к нашему удаленному серверу. В описании будет ролик про то, как собрать себе мини-сервер. Обязательно посмотрите. Все, я могу управлять им, я могу устанавливать приложение, иметь доступ удаленный к своим файлам. В общем, все классно, все работает. Я еще продемонстрирую с телефона. Чтобы начать пользоваться данной утилиткой на вашем смартфоне, вам надо скачать приложение NetBird. Здесь оно у меня уже скачано. P2P VPN. Мы нажимаем клавишу Connect. Точно так же он вас попросит залогиниться с помощью вашей учетной записи Google или любой другой. Вы можете использовать там на выбор GitHub, Microsoft. И мы видим, что вот здесь у нас наше устройство, мой домашний компьютер, наш сервер. Все работает. Пробуем, проверяем, открываем браузер. Мы можем отсюда скопировать. Он domain name copied. Copied. Пожалуйста, мы также попали на наш сервер и логинимся. Достаточно, кстати, удобно у Casa OS панель управления организовано через удаленный доступ, поэтому очень классно. Мне нравится. Можем зайти в магазин, смотреть, какие приложения у нас тут можно еще установить. На самом деле их очень много. Если вы еще подключаете сторонний репозиторий, здесь порядка 220 там приложений. Очень круто. В общем, с телефоном закончили. Мы проверим на всякий случай. Вот я сейчас удаленно подключен к нашему серверу. Мы сейчас проверим, что все поднимается автоматически. Мы просто делаем перезапуск. Да, я уверен, что у нас после того, как система перезагрузится, либо какой-то сбой произойдет, либо вы там, ну, перезагрузите вашу железку, у вас все поднимется автоматом без всяких нюансов и с проверяем. Вот мы должны были уже, наверное, отвалиться, да. Чтобы понять, что наш сервер включился, отправим команду ping и подождем, когда он включится. Параллельно, пока мы ждем, мы зайдем на наш сервер Open Media Vault. Ну вот он, наш сервер рабочий.
красивый, мощный, прекрасный. Что нам надо сделать? У нас, в принципе, здесь работает TailScale. Я, если честно, на него еще не накатывал эту систему и даже не пробовал, особо не тестировал на нем ничего. У меня сейчас уже здесь работает контейнер TailScale. Вот я заодно проверю, будут ли они как-то с друг другом конфликтовать при этом. Ну, посмотрим, как это вообще работает. Если что-то пойдет сбой какой-то, сразу будет видно. Так, подключаемся также по SSH. Так у нас здесь сразу можем с рутом заходить. И сразу копируем нашу команду, пробуем ее. А, у нас тут нету приложения curl. Да, устанавливаем, все, мы поставили и делаем еще разок запрос. У проекта есть свой GitHub, можете поизучать, здесь очень интересно много информации о том, как это все работает. У нас, к сожалению, есть опять нюансы. Пользователей айфонов обломали немножечко, но обещают скорый релиз, вот на iOS будет приложение, поэтому стоит немножечко потерпеть. Очень интересно то, что у них даже OpenVRT поддерживается, это свободная прошивка маршрутизаторов. Про него я буду снимать отдельный ролик, это очень крутая штука. Меня просят снять про безопасность. Прежде всего, надо организовать безопасность вашей домашней сети. И нужен какой-то универсальный мануал, и мануал этот будет строиться вокруг вот открытых прошивок для роутеров. И одна из них это вот OpenVRT. Интересуется прошивкой своего роутера, кто хочет как бы расширить его функционал, почитайте, поизучайте, очень интересная штука. Мы проверяем установку. Пинг у нас, кстати, уже до нашего сервера идет, и значит он включился. Сейчас мы проверим вообще, он там ожил как-то, работает ли он. Да, вот автоматом все поднялось, касса ОС. Вот у его DNS имя, и вот можно, да, попробовать еще по IP-адресу попробовать зайти. Вот поэтому. Да, все работает, все классно. Опять же, мы получили доступ к нашему удаленному мини-серверу. Открываем терминал, проверяем. Да, у нас получается все установилось. Вводим такую же вот команду netbird-app. Мы зажимаем Ctrl, левой кнопкой мыши, переходим, подтверждаем. Я, если честно, не помню, сколько бесплатных устройств можно использовать, но там точно, по-моему, в пределах 20-ки, так же, как и у TailScale. То есть на вашу домашнюю мини-сеть или какую-то лабораторию этого должно хватить. Сейчас мы проверим. Если что, я лишнее там у меня были, поудаляю. Но мне кажется, все должно хватить. Проверяем здесь устройство. Вот он, наш сервер. Он также получил доменное имя, новый IP-адрес. Пробуем его использовать, зайти на него. Да, все отлично. И никак не конфликтует при этом с TailScale. То есть TailScale у меня вот здесь работает тоже параллельно. То есть можно некое резервирование делать. То есть вы можете настраивать удаленный доступ. Проверим network device, my device. Сейчас я пробую. Это у нас как раз IP-шник TailScale. Да, они вообще не конфликтуют. У них все хорошо. Они параллельно могут работать. И это круто. Это круто. А кстати, видно, что адрес получается одинаковый. Admin console. Да, вот наши тут все устройства, копируем IP-адрес и вставляем. Да, вот теперь у нас получается IP-адрес тот, который нам выдает NetBird, и тот IP-шник, который нам выдает TailScale. То есть у нас получается две системы работают одновременно и при этом никак не конфликтуют. Если кому-то вдруг это будет полезно, это будет классно. Все, мы получили удаленный доступ. В общем, я думаю, на этом можно завершать. Ну что, дорогие друзья, я вас снова поздравляю. Вы получили удаленный доступ до своих серверов. Неважно, какой сервер вы используете, любая Linux-железка получит удаленный доступ. Вам достаточно просто скопировать скрипт, запустить его, залогиниться и получить достаточно безопасный. Вроде как разработчики на GitHub обещают, что между всеми устройствами используется шифрование. Они никак ничто не смотрят, не читают. Но в целом вы сами тут принимаете решение, доверять этому сервису, не доверять. В следующих роликах я расскажу о том, как сделать удаленный доступ более профессионально, более безопасно тем, что мы можем такие сервисы разворачивать локально на своих серверах. И уже организовывать доступ через, допустим, удаленный сервер, который вы арендуете, там, не знаю, за границей, VPN-сервер, в общем. Такие решения тоже есть, и о них я буду рассказывать. Если вы хотите поддержать меня, поддержать развитие моего канала, подписывайтесь на мой Boosty, подписывайтесь на мой ВК, там вы можете сделать небольшой донейшн, мне будет очень приятно. Напишите ваши комментарии, понравился ли вам мануал небольшой, есть ли какие-то замечания, я все читаю, все смотрю, стараюсь всем отвечать. Переходите по ссылке в наши группы, там тоже будут много интересного, всякие анонсы. Поэтому оставайтесь на связи. Всем добра, всем мир, пока. ВКонтакте, можете там переходить, все оставлять, вся информация. Блин, что-то как-то не так. Это я же человек.